оборону, поэтому интересная команда, интересно будет с ними играть. Серьезно готовимся, поэтому ну, в рабочем режиме живем. Единственное, что сейчас не раз в неделю играем, а через 3 дня на 4-й, поэтому это вносит немножко свой такой колорит в подготовку и в восстановление. Но не первый раз с таким сталкиваемся, поэтому как бы ничего страшного. После замены все видели, был серьезный удар у него по лицу. Была замена произведена, но слава богу, ничего серьезного, переломов нету, небольшое рассечение. Сейчас опухла область удара, гематома, но я думаю, она не помешает ему сыграть против Каунаса.